С 25 по 28 июля 2019 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в городе Верхотурье пройдет 4-й исторический фестиваль «Легенды Верхотурья». Целью фестиваля, который пройдет уже в 4-й раз, является возрождение Верхотурья как духовной столицы Урала, а также создание условий для развития православного молодежного движения города и всего Среднего Урала, отмечают организаторы. Фестиваль пройдет в виде творческих вечеров, спортивных игр, занятий по обучению туристическим навыкам, интеллектуальных викторин и дискуссионных площадок. Центральным событием фестиваля станет уборка мусора и проведение божественной литургии в храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость города Верхотурье, который в настоящее время находится в заброшенном состоянии. Проживание на время фестиваля организуется в палаточном лагере, где налажена поставка дров, питьевой воды и установлены санузлы. Питание организуется самостоятельно, приготовление пищи на костре. До места проведения фестиваля участники добираются самостоятельно. Записаться на фестиваль и узнать дополнительную информацию можно по телефонам +7 922 219 47 50, протоиерей Александр Сандерев, а также +7 982 620 24 08, Всеволод Сергеевич Кривцов.